На 21-й минуте матча Виктор Лопатюк делает счет 2-2. На 22-й минуте матча счет становится 3-2. Евгений Савченко забивает гол в составе команды Black Alpha. Первый командный фол Керхер во втором тайме. Руслан, есть стаканчик? Попросил тебя. На 24-й минуте матча Виктор Лопатюк оформляет дубль и делает счет 4-2. Никит.
15 еще. Еще 15. Играть! Пошел кто-то вперед! Пишите! Пишите! Автогол, Анатолий Питько, 4-3. Толь, ну прости, попросили на тебя записать. Автогол. Автогол. Ахэ, Анатолий Питько. И время там. Назад! 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 Здорово! Здорово! Второй командный фол Керхер во втором тайме. Тайм-аут Black Alpha. Давайте проверим, нет ли поставка. Закинуть будет, закинуть!
32-й минуте матча счет становится 4-4. Забитым мячом отметился Саша Белый. Давай! Давай!
хотел тебе купить петушка, мой супруг. Давай! Не бросай, не бросай! Трёх, трёх! Санчо, сейчас я тебе сразу денег. Да нет, подожди. Стой! Не, Сань, в любом случае как. Даже если там. Да, если мы просто разберем, оно не подойдет, оно все равно будет в нормальном формате, понял? До завершения поединка Black Alpha Керхер остается 5 минут. Напомню, что счет 4-4. Ну, это с твоей стороны вообще. Дешево. После передачи Анатолия Питько пятый мяч в ворота Керхер забивает Артем Москаленко. Тайм-аут, команда Керхер. 4 минуты.
второй пол Black Alpha. Последняя минута поединка. Счет становится 6-4 в пользу команды Black Alpha. Третий мяч на свой счет записывает Виктор Лопатюк. Лучше скажи охуеть. Дурную, вот если скажешь охуеть. Четвертый командный пол Керфер. На камеру пожалуйста. Завершился поединок между командами Black Alpha и Керхер со счетом 6-4 победили футболисты Black Alpha. Николя, Русик, давай. Вик, давай сюда. Иди.